Рельеф 2017. В среду в регионе состоялись тактико-специальные учения. Согласно легенде, в районе деревни Храброво Ивановского района во время проверки документов у пассажиров рейсового автобуса неизвестные открыли огонь по полицейским. Один сотрудник органов внутренних дел и три пассажира получили ранения. Злоумышленники, прикрываясь заложниками, скрылись в близлежащем лесу. В сумке, которую преступники оставили на месте ЧП, была обнаружена самодельная взрывчатка и карта региона с обозначением стратегических объектов. На участке местности, где случилось происшествие, ввели режим контртеррористической операции. Силы и средства группировки оперативного штаба приступили к спецзаданию. В нем была задействована тяжелая военная техника и авиация. Как итог, боевики нейтрализованы, заложники освобождены. Руководитель оперативного штаба, начальник регионального УФСБ Владимир Трясов, оценил проведенное учение положительно.